Ну вот как он работает тут. 2,8, только что 5 был. 2,9, сейчас пройдем вдоль берега. И холодчик. Решил трохи подорожить. Не знаю. Вечереет. Утки кричат. Все молчит. Блёсты молчат. Но зато накатался уже от души. Фишек, что ты мне покажешь? Показывает 5 метров. Вот так вот, от до берега 20, нету даже 20, наверное. До берега метров. Не, ну вот сейчас есть 20. Интересно. А вот не знаю, и без этого эхолота. Короче, вот эта штука классная. Понравилась она мне. Причем бывает такая вот какая-то погода или само состояние души, или просто чувствуешь, такое можно назвать одним простым словом, таким рыбацким, безнадёги. Уже когда и нытьё не помогает. Ну, правда, я когда вышел, я, честно говоря, думал просто прокатиться. Но когда начинаешь кататься, хочется что-то и поймать. Причем, если бы это были снасти какие-то непроверенные или первый раз там с ними вышел или вообще не занимался никогда этим делом, как-то, ну, может, думал бы снасть, а так нифига, вот голяк. Озеро, правда, очень глубокое. Я когда сегодня выезжал, мне сказали, на Витовском сегодня щуки не будет. Ну, это местные. И никого тут нету, кстати. Я один коляшу. Но я, по крайней мере, у меня цель была померить те места, где я ходил. И где мы летом с супругой плавали. Я и боюсь сказать, что там 12 метров. Не полезет в воду, как будто это имеет какое-то вообще-то значение. Ну, короче, вот такой обзор нашего озера большого. Классно. Ну, еще, может, еще что дойду, что-нибудь получится. Ну, что-то, не знаю, слабо верится. Этот год какой-то неуловистый, прямо скажу. Но зато погода красивая. Идешь вот так вот, никто тебя не беспокоит, никакая рыба. Вот такой разгулялся. Волнушечка гуляет. Ну вот такие у нас Брославские озера все. Это небольшое, бывают большие, на Дрявятах, допустим, на Нарыч тут тоже не так, Нарыч очень большое, море практически, ну не знаю, мне нравится. Из газку. Идет мотор, кстати, хорошо. Говорят, что он идет 5 километров в час, что-то мне слабо верится, чтобы это 5 было. Километров 8-9 точно. Стихия. Глубокое озеро.
вообще раньше, когда не жил на озерах, я как-то щуку ловить заканчивал, наверное, в конце августа. А тут уже, когда все рядом, море такое появилось. Накатик. Ну что, все, прибыль. Итог. Две поклевки, один сход. Но, видимо, засеклась плохо. Вот в самом конце три раза проплыл мимо этого места, но уже второй раз она уже фиг возьмет. И видно, такая неплохая была под килограмм. Зараза. Но за три или за четыре рыбалки первая реальная такая. Может, начнется хоть что-нибудь. Должно ж когда-то повезти. Рыбалка дело такое. Но сердце дрогнуло, конечно. Так она хорошо водила. Ну, видимо, или не засеклась, или, может быть, она схватанула, блеснул рот. Крючки снаружи были. Потому что рывки были очень интенсивные, и вдруг раз и отпустила. Обычно, если засекается, так ее хоть увидишь поблизости. Ну, закатик. Не, думал еще покрутиться, как обычно, рыбацкая жадность такая. А вдруг, может, пошла. Но уже замерз, честно говоря. 3 часа или 4 на воде. В сентябре уже тяжеловато. Ну, вот так вот рыбацкое счастье. В прошлом году как-то получше было. Ну, с другой стороны, мы ж не за рыбой. За рыбой можно и в магазин сходить. Нам была нужна, так сказать, природа, драйв нужен. Вот на такой вот китайский мепс все. Зараза, надо крючки поменять. Скорее всего, из-за этого. Пардон, ложное сведение. Это циклопус. Такие аглии я отцепил. Вот такой вот мепсик. Ну, хоть подтвердил. Да вот две хватки, значит, работает. Ну вот, сегодняшний день закончился, рыбалка. Две хватки, одну...